Московские льготы, которые сегодня получают пенсионеры, больше не будут зависеть от этого статуса. Их привяжут к определенному возрасту человека. О мерах поддержки людей, которые столица намерена принять в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, сегодня рассказал мэр Сергей Собянин на полях Московского финансового форума. Мы в ближайшее время примем целый ряд решений, направленных на то, чтобы люди старшего поколения чувствовали себя более уверенными, более защищенными. Московские льготы, которые были ранее привязаны к пенсии, к выходу на пенсию, будут привязаны к возрасту. То есть, если человек достиг 50, женщина, к примеру, 55, а мужчина 60 лет, то они будут получать льготы московские, даже если они не вышли на пенсию. Речь, например, идет о бесплатном проезде в общественном транспорте, в том числе пригородном, а также льготах и субсидиях на оплату услуг ЖКХ и взносов на капремонт.